«Преступление и наказание», часть 5, глава 2. Вдова Мармеладова устроила очень неплохие поминки по мужу. Однако гостей пришло совсем немного. Среди пришедших был и Раскольников. Катерина Ивановна стала ссориться с хозяйкой дома, Амалией Ивановной. Хозяйка стала упрекать вдову в том, что бедная женщина не позвала на поминки ее приличных знакомых, а пригласила кого попало. В разгар ссоры к Мармеладовым заходит Лужин. Если вам понравилось видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на канал. А еще не забудьте рассказать о канале друзьям и поделиться с ними видео.